Хорошие да, новости. Два выходных, то есть первого, потому что играем 30-го и 3-го, получается, 2-го тренироваться будем. Вот у меня лично приезжают мои родные, вот, поэтому в кругу семьи. То есть никуда не поедете? Нет, здесь по нашему дому. И есть такая хорошая русская добрая традиция загадывать под елочку сокровенные желания. Я правильно понимаю, какое будет желание? Конечно, не скажу. А вообще, что для вас Новый год? Три главных признака Нового года. Три слова, с которых состоится Новый год. Ну, естественно, это, по идее, снег, елка и мандарины, но снега уже нет. Снега нету. Вот, поэтому, ну, это такие три основополагающие. Ну, конечно же, всегда хочется справить семью. Сам. Шампанское будет? Чуть-чуть, да. А что бы вы хотели еще пожелать на Новый год болельщикам и своей команде? Болельщикам, конечно же, всем здоровья, счастья, болейте за нас, нам победы в кубке. Спасибо.